Ну, а вот, собственно, и Боу Бридж. А вот там что-то здание. Я помню, что я его на карте видел. Одинаковые башни. Какой-то музей, что ли. Музей или... даже не знаю. Тут сплошные музеи. На самом деле, вон с той стороны, вон там домики видно. Там практически каждое здание музей. Так и называется. Музейная миля. Ой, ну это чтобы эту милю пройти... Да блин, честно говоря, я не вот уж такой любитель музеев. Это когда вот от нечего делать, если будет у меня время в сентябре, я пройду каким-нибудь музейчиком. Возможно. Если не задорого. Коротко о том, как ее жмут. Так, идем дальше. Боу Бридж. Твою мать, его не надо было переходить. Боу Бридж, не надо было переходить. Надо было идти на клубничные поля. Здесь какой-то рамбл. Фу, ну ладно, идем обратно.